Эх, ребят, ну и ночка у меня выдалась. О каких-то событиях даже стыдно рассказывать. Говорят, что в Вегасе случилось, то в Вегасе должно и остаться. Кстати, у меня вот такой вот чемоданчик тут на утро обнаружился. Короче, погнали восстанавливать события. Город, который построили там, где его не должно было быть, посреди самой жаркой пустыни в Америке, пустыни Мохаве. А сейчас это самое известное место в мире для кутежа и праздников. А в народе просто город грехов. Ну что, это Вегас, друзья! Город, где тусовки всю ночь, где люди проигрывают миллионы и выигрывают целые состояния, где можно легко оказаться без пенсии, и при этом официантка может начать спокойно получить 5000 долларов. В общем, привет, Вегас! Пойдем проверять, как здесь люди живут. И как всегда я делаю в поездках, мне очень захотелось примерить стиль Вегаса, в прямом смысле этого слова. Перед поездкой в Вегас мне все хором сказали, там нужно ярко одеваться, Вегас – город огней. Я, значит, оделась очень по-вегасовски, хожу, а тут люди такие в джинсиках, тут посвистывают. Поэтому мне кажется, девчонкам в Вегасе лучше одеваться немножко скромнее, чтобы не привлекать лишнее внимание. Ну или иметь своего собственного телохранителя. Ну, все как в культовом фильме «Мальчишник в Вегасе». Помните же его, да? Это про приключения трех похмельных друзей. Кстати, к нему мы еще вернемся. А пока кое-что покажу. Вообще в Вегасе светится буквально все. Вывески, фонари, светофоры, даже люди. И чтобы эти все системы синхронно работали, нужно тестить. Вообще тестировщики – это профессия будущего. Помните, это те ребята, которые находят ошибки на сайтах и в приложениях. И профессии можно обучиться всего за 8 месяцев. Такой план предлагают ребята из Skill Factory. Они разработали доступный курс тестировщика на Python. И это идеальный вариант для тех, кто хочет сменить профессию и зарабатывать больше. Многих пугает, мол, IT-сфера сложная, а вдруг не мое. На самом деле, тестирование – это очень легкий вход в IT-сферу, и никаких специальных навыков не нужно. Если умеешь пользоваться компьютером, то вперед! На курсе будет 80% практики. Ребят с нуля обучат крутого джуна, а карьерный центр поможет с устройством на работу. Вообще, Skill Factory стояли у истоков, поэтому и отзывы у них – the top. План простой. Через 4 месяца вы ручной тестировщик, и можете приступать к поиску работы. Дальше – больше. Станете писать автоматизированные коды, а не за горами и офер QA-инженера. Вот с таким окладом. В общем, присоединяйтесь по ссылке в описании к этому видео. Тем более сейчас, в период Черной пятницы, действует скидка по промокоду Нелли в 50%. А еще один курс от Skill Factory в подарок. Но я, ребят, мчу в казино ставить свои первые 100 баксов. Лас-Вегас – крупнейший мировой центр развлечений и игрового бизнеса. Но только представьте себе, на территории города работает больше 80 казино и несколько тысяч игровых павильонов. Казино! Визитная карточка Лас-Вегаса. Именно сюда приезжают миллионы людей испытать свою удачу, пощекотать нервишки, ну, либо выиграть, либо проиграть. Короче, я тоже хочу отправиться испытать свою удачу. Признаюсь честно, я никогда не была в казино. От слова совсем. Но оказалось, что сориентироваться, в принципе, несложно. Вот тут стол для игры в рулетку, там раздаются возгласы около покера. Здесь аккуратно сложены фишки на столах для блэкджека. Слева народ играет в какие-то странные кости, а справа люди распивают напитки у ослепляющих своими огнями слот-машин. В казино строгое правило. Снимать в основных залах нельзя. То есть, где рулетки стоят, где в покер играют. А съемочная техника, по-моему, даже с 90-х считается шпионской техникой. Короче, можно снимать около слот-машин. Но я пока в покер не собиралась. Вот именно слот-машины меня интересовало. Короче, ребят, у меня есть 20 долларов. Я предлагаю с них начать. И желать тебе удачи. Погнали! Бонусы пошли. Выиграла 10 центов. Ну ладно, маленький выигрыш, но может быть это начало какого-то большого. На каждом аппарате еще и написано, какой у него максимальный выигрыш сегодня. Вот у этого, например, 13 тысяч долларов. А сами казино любят распространять истории крупных выигрышей. Например, в 2003 году в казино «Эскалибур» мужчина засунул в аппарат 100 долларов, а выиграл джекпот в 39 миллионов. А еще я нашла историю, когда мужчина выиграл 14 миллионов и все это пожертвовал на благотворительность. Вот так. Поздравьте меня, я только что впулила 20 баксов и ни хрена не выиграла. Египетские боги мне сегодня не помогли. Ладно, пошла дальше. В казино, конечно, есть свои правила. Во-первых, нет окон и часов. То есть, чтобы человек
не чувствовала времени, что постоянно играл. Даже у персонала запрещено носить наручные часы. Постоянно людям подносят пепельницы, алкоголь. То есть, чтобы вот максимально входили в некое забвение и спускали деньги. Да что далеко ходить? Вот тут бары сразу со слот-машинами. Ощущение, будто бы сидишь за стойкой, а тебе снова подсовывают игру. И да, тут любые напитки в любом количестве бесплатны. Все за счет казино. Точнее, за счет тех, кто приносит сюда деньги. Десяточки выпали, выигрыш 50 центов. Ну ладно, окей. Кстати, в каждом казино есть свой фирменный аромат, как духи, которые специально распыляют. Это тоже не случайно. Оказалось, что некоторые запахи напрямую влияют на ощущение удовлетворенности, оставляют приятные впечатления от посещения игровых заведений и увеличивают размеры выручки в казино на 45%. А я тем временем потратила уже половину, но у меня есть идея. Центральная улица Лас-Вегаса называется «Стрип», полоска в переводе с английского. И вдоль нее происходит весь движ. Тут тебе и туристов миллион, и персонажи всякие забавные, полуголые артисты. А глаза поднимаешь вверх, и тут тебе своя Венеция с Парижем. Я поняла, тут есть риск вообще не понять, в какой стране, в каком городе ты находишься. Через дорогу итальянская палаццо Беладжо. Здесь... копия Эйфелевой башни. Причем, знаете, не какая-то там такая хлипенькая, реально железная Эйфелева башня, наверху ресторанчик. По ощущениям, триумфальная арка в Вегасе выглядит даже лучше оригинала. А каждые 30 минут проходят живые концерты знаменитых поющих фонтанов Беладжо. Я сейчас такая иду, слышу, раздается такой как выстрел какой-то очень громкий. А это фонтаны начали работать. Вы посмотрите, какие гигантские. Я впервые в жизни вижу фонтан такой высоты. Вау! В шоу-программах тут, конечно, ни один город посоревноваться с Вегасом не может. И концерты, и цирки, и уличные музыканты на каждом шагу. Парень, прости меня. Thank you! Парень, молодец. Временами тебя реально глючит. То ли ты на утреннике со снеговиком, то ли на вечернем шоу с девчонками в перьях. Кстати, если приглядеться, эти перья вот на такие дощечки крепятся. Говорят, что за вечер ребята могут зарабатывать около 300 долларов наличными. А за что? За фотку, за видео или за то, чтобы тебя заковали в наручники, например. Короче, город греха. Какие вопросы? Помните фильм «Мальчишник в Вегасе»? Самый знаменитый вообще об этом городе. Такой вся тусовка, и все герои этого фильма жили вот в этом отеле под названием «Цезарь». Кстати, у нас этот фильм перевели как «Мальчишник в Вегасе», а на самом деле оригинальное название звучит как «Hangover», то есть буквально «похмелье». В наших странах просто адаптировали, было бы странно, типа, на какой фильм пойдешь? Пойду-ка схожу на «Похмелье». «Мальчишник в Вегасе» звучит благороднее, что ли. Похмелье. То, что тут испытывают 80% взрослых. И да, по закону в Америке открытый алкоголь в бутылке носить нельзя. Могут серьезно оштрафовать. Поэтому тут ходят или с пакетиками в руках, или вот с такими яркими стаканами. Короче, я ходила тут и долго не понимала, что это люди вот такое вот большое носят в руках. Оказалось, это фирменные коктейли Вегаса. Но алкогольные, естественно. Вот такого размера. Тут, смотрите, и маргарита, и какие-то клубничные. Покупают в огромном количестве. Ладно, не все боятся штрафов. Неожиданно такой персональный концерт получила. Кстати, вечером тут все пешком передвигаются. Максимум на такси. Нет необходимости брать люкс-машину, как в том же Майами. Короче, очень часто, чтобы перейти дорогу здесь в Вегасе, нужно перейти через мост, который находится сверху. И, безусловно, ты будешь проходить сквозь, смотрите, ребята, торговый центр. Тут вам и сумочку заодно продадут, и плащичек. Ну, в общем, все, все условия создадут, чтобы ты потратил свои деньги. Дальше стандартно полно всяких бутиков с толпами туристов, и все они на кассе увидят плюс к цене налог штата – 8%. Так что ценнику сразу здесь верить нельзя. Не, ну понятно, какая еще тачка здесь могла стоять. Чтобы сразу было понятно, в казино поднялся, на что тратить. Вот моя красная Феррари, конечно. А Феррари завандаленная оказалась. Оторванные зеркала, расцарапанный бампер, мусор на крыше лежит. Печально даже как-то стало. Как будто кто-то проигрался и от досады решил машину разукрасить. Все-таки, если коснуться безопасности, я помните, как в Нью-Йорке говорила, что многие рюкзачки вот так вот вперед надевают. Здесь тоже в толпе, я смотрю, люди сумки несут впереди, кошельки в основном кладут. А телефоны лучше из рук тоже не выпускать.
Совершенно точно нет смысла просто гулять по улице. Можно, конечно, пойти сделать татуировку за 10 баксов. Это тоже местное развлечение, чтобы на утро проснуться и удивиться. А я, пожалуй, просто пойду в ночной ЗАГС. Вегас примечателен тем, что американцы вообще и люди со всего мира сюда едут заключать браки. Прям в прямом смысле этого слова. Ночью можно прийти вот так вот, типа, решили расписаться. Сколько таких случаев было? Я вот прямо сейчас в одном из таких мест, вот и посмотрю, как тут свадьбу празднуют. Здесь это буквально как в фастфуд сходить. Принцип такой же. Приходишь, стоишь в очереди или в онлайне, расписался и все. Мне вот интересно, насколько долговечным может быть такой брак. Это же просто многие на эмоциях делают. Типа, давай распишемся. Потом утром все придут в себя. И что делать, если на руке уже кольцо? По статистике, ежегодно в Лас-Вегасе проводят 120 тысяч свадеб. И это я тут стою уже 15 минут, а лимузины без остановки едут. Сколько же тут молодоженов вокруг? Машины только успевают просто выгружать людей. Я, кстати, загуглила, сколько свадьба здесь стоит. Значит, базовая церемония $299, а обычная, традиционная 495 и романтическая какая-то супер-вип 650 баксов. Платишь, и вот у тебя, пожалуйста, свадьба в самом Вегасе. Кто тоже считает, что мне пора вот туда, ребят, плюсуйте лайк этому видосу. Тут женятся не только простые американцы, но и селебрити. Загибаем пальцы. Элвис Пресли, Джо Джонас, Деннис Родман, Ричард Гир, Синди Кроуфорд, Брюс Уиллис, Бритни Спирс, Анджелина Джоли и даже великий Джордан здесь расписывался. А вот здесь вот, ребят, расписывают, представляете, через окно, вот drive-thru, ровно, знаете, как в Макдональдсе заказ выдают, вот здесь ровно точно так же через окно распишут, пожалуйста, готово. Такое реально, но только в Вегасе. Тут ребята летят прямо над улицей на тросах. Это местное развлечение называется зиплайн. 100% дух захватывает. Знаете, что заметила? Что здесь, конечно, очень много людей, которые пьют алкоголь. Вот пацаны в баре просто шатаются. На самом деле, драк и каких-то потасовок немного. Это удивительно. Мне вот казалось, что раз все навеселе, будет тоже так прям мощно. И вот оно мое удивление. Гуляешь, а люди все себя очень прилично ведут. Да, пусть они будут с коктейлями в руках. Тусовки, движняк. Фотки хотят люди делать. Короче, если честно, я уже ног не чувствую и думаю, что самое время заселяться. И предлагаю вот пойти вот в этот замечательный отель, который называется «Мираж». Находится он рядом с главной улицей. В общем, пошла заселяться. Да, вам не показалось. Тут в каждом отеле есть казино. И система хитрая. Чтобы попасть от входа к лифту, надо каждый раз идти мимо слот-машин. Тоже уловка. Так, вот, кажется, мой лифт 23 этаж у меня. В отеле 31 этаж. На вид лифт такой старомодненький, но, в принципе, милый. И он, кстати, разбит по секторам. Говорят, что у меня будет вид на местный вулкан. Ого. Блин, так много коридоров. 47-85. Сейчас, стойте. 70-й должен быть здесь. Погнали. Судя по тому, что я прохожу уже третью станцию уборки, здесь вечеринки, ого-го, народ отжигает. А вот, кстати, мой номер, 23070. Ну что, привет, Вегас! И я хочу посмотреть вид. Обалдеть! Этот огненный вулкан – фишка отеля. Раз в час вырываются газовые языки пламени с оглушающими звуками. Эффектнее, наверное, смотреть на него с улицы. Из окна выглядит, ну, как будто камин где-то вдалеке. А вот вид и ночной город точно того стоит. Номер, конечно, очень современный. Большая кровать, как обычно в американских гостиницах. King size, все заправлено аккуратненько. И места много в этом номере, что прям несомненный плюсик. Из минусов – цена. Я, если честно, не ожидала, что в Вегасе настолько дорогие отели, серьезно. Дороже, чем в Нью-Йорке, дороже, чем в Майами даже вышло. Та-дам! Добро пожаловать в шкаф, в котором можно жить. Что тут есть? Утюг, все, что нужно для того, чтобы погладить свой пиджак или платье. Доска, вешалки. Конечно же, сейф. Мне кажется, вот в Вегасе должно пригодиться всякие украшения туда можно сложить. И, конечно же, выигрыш, если прям купюр котлет. А с другой стороны, если ты много миллионов выиграешь, как это в такой сейф сложить? Непонятно. Ванна интересного размера, то есть если захочешь лечь, в полный рост, то не получится, нужно будет пригибать ноги. Мыло, шампунь, кондиционер, но я вот, знаете, не пойму, а где халат? Может, тут халат? Нет, это полотенце, это не ящик, здесь тоже халата нет. Ну, ребят, вы что, правда халат не положили? А как же вот эта вот картина, когда с утра в халате выходишь смотреть на виды Вегаса? Привет, Вегас, привет, мини-бар. Мне кажется, это обязательный просто атрибут, но он полон. Смотрите, ребят, все дверцы просто уставлены. Что это у нас? Виски,
водка, текила, в общем, на любой вкус и цвет. Кока-кола, орешки всякие, закусочки. А самое непонятное, сколько это все дело стоит. Ничего не понятно, даже на дверце не написано, менюшки нет. Мне кажется, это специально запутано, чтобы ты так в порыве все это наела, потом раз вам и счет на лишних 50 баксов. О, а что у нас здесь такое? Набор Lover's Kit, набор для любовничков. Вегас, ну ты, блин, вообще настоящий город греха. Премиум кондомс. Короче, средства контрацепции, всякие смазочки. И это лежит все в мини-баре. Блин, вот это мощно здесь вечеринки проводят. И да, окна в отелях Вегаса неспроста полностью не открываются. А самое главное, если человек много денег в казино проиграет, у всех окон есть защита. Ох, ребята, Вегас, конечно, и спорный город, с одной стороны, здесь судьбы ломаются, куча разных и сложных историй происходит, но я вам скажу, мне здесь нравится. И после прогулки захотелось, правильно, пообедать, а точнее сказать, уже поужинать. И в отеле рядом с игровым баром, хорошее, кстати, название придумала, игровой бар, короче, иду на ужин. Вегас, правда, удивительное место, здесь день легко перепутать с ночью. Вот сейчас поздний-поздний вечер, а все бары, все кафешки, все забито людьми. А выходные, кстати, кафе и рестораны здесь до 4 работают, до 4 утра. И, пожалуйста, здесь заказал пиццы, поел макарошек, а вот там вот сразу у тебя казино. А вот здесь вот ребята играют и сразу в бар. Короче, все делаешь в одном месте, не отходя, так сказать, от кассы. $17 за вот эту тарелку, надеюсь, она того стоит. Вегас так измотает, что на ночь не грех и макарон поесть. Казино – это вызов не только для азартных игроков, но и для умников. Есть игры, где математические подсчеты ходов и карт могут дать большой выигрыш. Ну, например, в покере. Гении подсчетов приезжают сюда, в Вегас, чтобы свои теории проверить, а казино таких не любит. Поэтому часто их заносят в черный список и в казино стараются не пускать. Давай, давай, давай. 27. Дает выиграть так по доллару, по два, ну где крупный выигрыш? Вот здесь вот где-то сзади дядька соточку поднял, я слышала. Давай! Так, ну вот от 50 баксов уже осталось 11. Это учитывая, что я что-то выигрывала, но в основном это все дело спускается. Но как ни крути, все здесь основано на теории вероятности. Статистика такая, что казино всегда остается в выигрыше. Я это на себе лично сегодня проверила. Эх, ребят, короче, вдула я сегодня больше 100 баксов. Я думаю, что я наигралась вот так вот сполна. Я всем тут остальным пожелаю удачи. Сама, пожалуй, пойду погуляю. В городе, который никогда не спит, магазины ночью, конечно, будут работать. Причем как обычные, так и сувенирные. Вижу сувенирные местные. Погнали, чем-то выберем. Шоколадные фишки, смотрите, на 10 тысяч каждая. Пепельницы в виде рулетки и звоночек. Всем все понятно. У меня есть старая добрая традиция в каждом ролике привозить какие-то приятности для тех, кто ставит лайк видео, подписывается на канал и оставляет комментарий. Сегодня это будет вот такой вот номер Невада. Смотрите, Lucky Chip, это как фишечка. А еще я хочу взять игральные карты, которые были на столах реальных казино. Не поверите, они специально их запаковали тут под названием казино. Вот это из казино El Cartes. То есть, по сути, списанные карты в хорошем состоянии. Они реально с историей. Мне кажется, это очень круто. У них даже уголочки срезали для того, чтобы ты потом с ними не пришел и не подменил. Так что пошла со всем этим добром вот туда на кассу. И еще сегодня в видео будет главный подарок. Об этом чуть позже. Вот это была ночка. И это я еще половины не увидела. Теперь я понимаю, почему Вегас рекомендует приехать как минимум на 3 дня. Доброе утро, Вегас. Какое солнце красивое. Но где все эти огни? Людей вообще на улице нет. Водопадики. Вообще абсолютно другая картина. Надо пойти исследовать, чем вообще здесь люди днем-то занимаются. Покер, блэкджек, рулетка. В этом городе реально глаза разбегаются. И как в любой игре, конечно, есть свои фразочки. Например, Ace to Five и Big Blind. What the hell? Черт возьми, что это значит? Короче, ребят, в Вегасе без инглиша лучше не играть. А еще лучше учить английский в игре. Не напрягает и моментально на подкорке усваивается. Ребята в Puzzle English придумали платформу, где обучаешься английскому в форме пазлов. То есть выбираешь удобный формат, видео, аудио или прям ручками на гаджете собираешь пазлы.
Вот тут интервью автора книги об интровертах. Посмотрел видео, собрал фразы в пазликах, и урок пройден. Занимает всего 10 минут и плюсик в карму знаний языка. Вообще на платформе аж 10 сервисов на любой вкус и возраст. Можно как играть и учить, так и заниматься в виде стандартных уроков. Как записаться на занятия-то? Тут все просто. У ребят в Puzzle English есть несколько тарифов, но, как по мне, самый удобный – это премиум навсегда. А с 1 декабря премиум навсегда исчезнет из тарифной сетки, поэтому берем ноги в руки и начинаем заниматься английским по ссылке в описании. Ну а я мчу дальше по Вегасу. Иду я, ребят, такая в поисках завтрака. На часах 9 утра, а народ уже вовсю играет тут в автомат, в рулетки. Либо они с ночи нельзя не уходили, либо с самого вообще утреца пришли, все пытаются поймать удачу за хвост. Вот прохожу реальный стол рулеточный. Утром, видите, его зачехлили, фишечки все сложены. Вечером зато здесь будет полно людей. Днем, конечно, все здесь выглядит по-другому. Такое ощущение, что ты в казино, а с другой стороны выходишь, и ты в нормальном, обычном отеле. Кстати, купол какой красивый. И вот оно, попасть на завтрак оказалось проблемой, потому что все битком. А в листе ожидания очередь как минимум на полчаса. Пришлось искать кафешку, чтобы было быстро и относительно недорого. Ну что, чем кормят в казино на завтрак? Значит, здесь у меня называется это кофе-кейк, но это на десертик. Это американский классический завтрак, стоил он $17. Картошка, это назвали сосиской, по мне это какая-то котлета. Взбитое яйцо, тост, кетчуп вот такой вот огромный дали. Много сливочного масла, еще у меня здесь есть кофе, большая чашка. И больше всего меня удивила цена на воду, $5 за бутылку. То есть прям нормальную такую часть прибыли они делают именно на обычной простой воде. А потом меня ждало открытие. Днем все выглядит абсолютно по-другому. Удивительно, как все днем выглядит. Оказывается, в моем отеле достаточно огромный бассейн. И такое ощущение, что ты где-то на курорте, а не в казино. Короче, здесь, вон, смотрите, наблюдательная вышка. На каждой причем сидит по спасателю. Тут даже собственный дельфинарий оказался. Не знаю, насколько он пользуется спросом, но фишка интересная. Короче, на территории есть буквально все. Тут тебе и магазины, куча ресторанов. Вот здесь, смотрите, целое просто мороженое. Можно объесться вот так. Бассейн, какой-то спа-центр. Ну, естественно, казино. То есть, в принципе, приезжая сюда в Вегас, можно с территории такого отеля даже не выходить. Найдешь все, что душе угодно. Понятно, что в отеле одни туристы. А вот мне интересно, как местные живут. Поэтому я назначила встречу и взяла машину. Ну, такую, чтобы с историей была. Ребят, ну и на какой тачке я еще могла в Вегасе-то гонять? Конечно, на маслкаре. Oldsmobile 69-го года от General Motors. Огонь, а не тачка, а как рычит. Ух! Американцы, конечно, умеют сохранять машины в отличном виде. Кстати, по прикидкам, такой Oldsmobile 442 стоит около $60,000. Ну что, погнали? На сегодня полно планов. Ребят, до сих пор не могу поверить, что я управляю маслкаром 69-го года. И очень громко! Сейчас вам может показать, что я не пристегнута. На самом деле пристегнута. Ремень безопасности вот здесь такой, как в самолете. Приборка оригинальная. Единственное, что хозяин тачки, американец, у которого я взяла ее в аренду на покатушке по Вегасу, сказал, что вот это вот радио, оно потом доработано. То есть оно современное, просто стилизованное. Теперь мне хочется понять, а как тут люди живут и где они все работают? В основном люди приезжают сюда потусить, оторваться и потратить деньги. Знакомьтесь, Николай живет в Вегасе уже 9 лет. В дневное время он папа для малышки Николь, а вечером артист шоу «Цирк дю Солей». Он не понаслышке знает, каково это жить и работать в городе праздники. Я делал флайн-трапез, и это было достаточно опасно, потому что мы, получается, были где-то метров 10-15 высота, и под тобой просто такая сеточка. Тоненькая иногда, вот эта вот, да? Да, да, иногда ты смотришь, и вот здесь вот она уже могла заканчиваться. И даже каждое падение в сетку для тебя могло закончиться травмой. Вот, поэтому так, немножко опасно, но это весело. Это только из зрительного зала кажется, что ребята вот так скользят по воздуху, а на самом деле все тело в шрамах от травм. Но по-прежнему артисты и спортсмены со всего мира едут в Вегас на заработки. Потому что очень много артистов, и я уверен, если вы кого-то встретите русскоговорящего, блин, процентов 80, что он артист в каком-то шоу или был когда-то артистом. Если брать в среднем, сколько артист здесь зарабатывает? Артист может по-разному зарабатывать. Зависит от того, какой ты артист, в каком шоу работаешь. Больше всего зарабатывает соло-номера те, кто делает. Ну, примерно каких сумм? $10,000?
Меньше, больше? Меньше, меньше получается. Ну, наверное, где-то около 6-5, там, плюс-минус. А до сих пор мафия существует? Все, что связано с казино, раньше и считалось, что это такая мафиозная история. Я не думаю, да. Опять же, по истории, типа там где-то уже в 90-х, 2000-х эту мафию всю вытеснили. Вот. Может быть, где-то она и есть, я не знаю. Но сейчас казино крупные какие-то компании владеют, да? В основном, да. Ну, это MGM-компания, есть другие компании, да. В основном это уже компании, все легально, нет никакого криминала, и все хорошо. Что интересно, жена Коли работает крупье в известном казино. То есть почти каждый день она проводит за игровым столом. Слушай, а это правда, что там, если прям хорошо выиграли, то на чай могут много оставить? Ну, смотря, зависит от людей. Могут и немного, могут проигрывать и на чай оставлять. А некоторые могут выиграть много и совсем уйти. И, конечно, меня интересовал ответ на главный вопрос. Какие плюсы и минусы есть в Вегасе? Плюсы в Вегасе? В принципе, с работой. Я думаю, с работой здесь, если как бы ты можешь ударить хотя бы палец о палец, то тогда, ну, как бы для тебя не проблема. Главное лето переждать, вот, потом до... Вот сейчас уже хорошо. Потом придется опять прятаться где-то в помещениях, в машинах и пережидать это все. А сколько градусов летом? Что, пустыня? Ну, где-то в районе 50-120 по Фаренгейту. Плюс 50 жары. Да. Это прям... Это да, я поэтому и ушел с той работы, потому что я в середине лета ушел, потому что приходилось работать иногда на улице. Вот, а на улице находиться невыносимо. Ребята настоящие молодцы. А я отправляюсь дальше. Как раз тут раскопала еще несколько удивительных фактов про Лас-Вегас. С ума сойти, но днем в городе кипит абсолютно другая жизнь. То есть вот эти все вывески не горят. И ты смотришь какими-то абсолютно другими глазами на это. Вот это, например, отель «Венеция». Люди практически на реальных гондолах тут гоняют. Вот там вот в очереди стоят и катаются, то есть экскурсии проводят, пирожки покупают. Вообще не следа от того, что ночью здесь такая туса-туса. А вот технологии Лас-Вегаса. Смотрите, концерт Уитни Хьюстон. Голограммный концерт. То есть, представляете, я еще такой видела Майкла Джексона здесь. То есть ты покупаешь билет, слушаешь песни, и вместо Уитни видишь голограмму. Удивительный факт, конечно. То есть эти звезды уже много лет назад умерли, а на них здесь продолжают зарабатывать. Как хорошо, что я сегодня в кроссовках, потому что очень много дороги выложено камнем, то есть брусчатка. И на каблуках, ну, неудобно ходить. А вот кроссовки, кеды самое то. Вот смотрите, люди правильно делают, именно их надевают сюда. Кстати, с модой, правда, народ не заморачивается. Вечером все, конечно, нарядные, а днем джинсы, кроссовки, ну, все, что удобно и под стать погоде. Девчонки в перьях, конечно, днем достаточно странно смотрится. Но мне кажется, кстати, что, возможно, отели им доплачивают. То есть это как реклама, знаете, завлекают они. Ну и плюс еще чаевые за фотографии берут. Потому что слишком их много на улицах. Мало похоже на какую-то самоорганизованность. Вот Лас-Вегас построена в пустыне. Этот город подвержен резким ливням и наводнениям. То есть сезонность бывает и прям льет, как из ведра. На этот случай под городом, вот ровно на том месте, где я сейчас стою, под казино и отелями проложены сеть тоннелей. Но самое удивительное, что в этих тоннелях живут люди. Когда я увидела эти кадры, то даже поверить не могла. Это длинные высокие тоннели, которые бывают сырыми, и тут живут люди. Некоторые из них временные жители, но несколько тоннелей превратились в небольшие поселения, где люди живут по 10 и более лет. Тут нет воды, а электричество идет только от батареек. И в каждом таком туннеле есть свои обычаи, ритуалы и даже неофициальные лидеры. Вот это, конечно, разрыв между бедными и богатыми налицо. А прямо сейчас я еду в самый хороший жилой район Лас-Вегаса. Мне так местные сказали. Но если честно, гоняя вот так вот по Неваде, в ней, во-первых, жарко. Сейчас я включу кондиционер. Включу на самый ветерочек. Прям, о, подуло. А? А? Really? Ah, that's cool. Машина, конечно, обращает на себя внимание. Куча людей, которые проезжают мимо, машут, спрашивают, какого она года, класс показывают, кто-то на камеру снимает. Вообще, мне кажется, что по Вегасу надо гонять именно на такой машине. Прям супер правильный выбор был. И, ребят, прям сейчас лайканите это видео, те, кто тоже кайфанул от поездки на таком маслкаре. А вот тут живут обеспеченные местные. Дома на холме с видом на город, школы, ровные газоны и даже гольф-клуб. Народ, кстати, не парится и на гольф-машинках ездит прямо по дорогам. И тут, кстати, никакого намека на казино или клубы. Райончик, кстати, называется Sun City Summerland и считается одним из самых лучших здесь для проживания с семьей. Ну и, в принципе, видите, поля для гольфа, атмосфера располагает. Надо пойти здесь оглядеться, узнать, сколько дома стоит. С
виду так и не скажешь, что какой-то район очень дорогой или богатый. Дома сдержанные, невысокой этажности, нет никакого выпендрежа или хай-тека. Что по ценам? Вот такой дом стоит около 400 тысяч долларов. Если сравнивать с тем же Нью-Йорком или Лос-Анджелесом, то там за такую сумму можно не то чтобы квартиру купить, а квартиру-студию, очень маленькую. А здесь вот такой вот огроменный дом со своей территорией. Когда жилой комплекс пустыни, тогда вместо обычных цветов вот такие вот кактусы. Ребята, они такие острые, колючки, жесткие. Вот еще один такой. Ровно как маленький пуфик. Я вот, конечно, так прикидываю, сколько денег уходит у владельцев всех этих домов, гольф-полей на полив. То есть, представляете, в пустыне содержать траву, вот такую вот идеально зеленой, в копеечку обходится. Говорят, что водоснабжение – это главная проблема городской экономики, потому что основным источником воды для города в пустыне служит водохранилище на реке Колорадо. А в последние годы дефицит воды заставляет власти Лас-Вегаса вводить ограничения на ее употребление. И это касается только местных. Для туристов никаких ограничений нет. Знаете что, если привести вот сюда вот завязанными глазами, так открыть, и ты реально не сможешь определить, в Майами ты находишься, в Лос-Анджелесе или в Лас-Вегасе. Пальмы и вот такие вот одинаковые торговые центры. Бежевые с черепичной крышей, ровно один в один в каждом штате можно встретить вот в Америке именно такой. Что здесь есть? Кафешки, рестораны, продуктовый магазин и даже, я вот заметила, есть Donation Center. То есть это место, куда люди приезжают и жертвуют там лишнюю одежду, обувь, книги, в общем, передают вещи нуждающимся. Люди прямо на собственных машинах приезжают и привозят мебель, вещи, игрушки, обувь. То есть в Америке, в принципе, вот эта вот история с пожертвованиями очень развита. А я тем временем нашла кусочек славянской кухни здесь. A sauerkraut means sour cabbage, right? Yeah. Okay, okay. Так, я сейчас буду выбирать пирожки. Я думаю, что обязательно надо взять с капустой, с мясом. Can it be a sauerkraut? Meat. Короче, типичная ситуация. Всю ночь кутишь в казино, деньги налево-направо, а когда все просадил, с утра просыпаешься и находишь последний звенящий 3-5 баксов в кармане и идешь вот так вот на обочине кушать пирожки или бургеры. Неплохо. Веселье весельем, но каково это жить в Вегасе? При средней зарплате по городу в 5000 долларов в месяц аренда однушки обойдется в 1000. Я, кстати, загуглила, какая профессия тут самая оплачиваемая. И, казалось бы, это могут быть дилеры казино или артисты, но нет, гайз, это пилоты. Зарабатывают они около 17 тысяч долларов в месяц. Но как бы не мудрено, ты стоишь тут, каждую минуту самолеты летают, привозят людей в этот город-праздник. Вегас, конечно, это не всегда только про развлечения. Вот смотрите, здесь полно людей бездомных, как говорится, кого выбросило на обочину жизни, либо кто так и не нашел себе какое-то применение в этом огромном городе развлечения. К сожалению, это явление достаточно распространено в Америке, имею в виду в теплых штатах много бездомных людей. И местные говорят, что в период пандемии и после они даже стали более агрессивны, чем были раньше. Конечно, не все в этом городе живут на хорошие зарплаты. А это, ребят, самый бедный район в Вегасе, точнее сказать. Он и по статистике считается такой с высокой преступностью. Да, на многих окнах и дверях стоят железные решетки, как вот, например, в этом доме, да? И по машинам видно, что люди не самым высоким достатком. Из-за того, что летом здесь ого-го солнце жарит, и не у всех хватает денег на полив там и на всякие ультрамодные газоны, вот ребята выкручиваются, просто насыпают камни, щебенку. Вот на той стороне, видите, тоже. Я, конечно, много услышала про этот район, но вы знаете, вот так на первый взгляд я бы не сказала, что тут так ужасно. Люди, да, живут скромно, но тут относительно чисто и днем вполне спокойно. Покатавшись на машине, будет вопрос, как ее заправлять. Здесь бака нет, с той стороны тоже есть маленький секрет, смотрите. Та-дам! Вот так. Не все, кто приезжает в Вегас, готовы отваливать большие деньги за отели. Либо селятся вот там, вот в отелях подешевле, либо вообще приезжают на своих машинных домах. То есть на Эрвишках, смотрите, вот, пожалуйста, одна, вторая. С той стороны даже фуры есть, то есть специальная парковка. Лишь бы всем хватило места. Это я не в бар сейчас зашла, а беру водички и бегом на местный аттракцион. Колесо обозрения, которое до недавнего времени было самым высоким в мире. А сейчас, ребята, у меня есть уникальная возможность увидеть Вегас с высоты птичьего полета вот в этом колесе обозрения. Само колесо просто нереально огромное, кабинка тоже на большое количество людей. И вот только сейчас отъезжаем. Честно сказать, это очень волнительно увидеть Вегас вот с такой вот очень высокой точки.
эмоции, которые испытываешь, поднимаясь так высоко, неописуемые. Такое среднее между каким-то восторгом и чуть-чуть страхом. Хотя людей, как видите, много, все фоткаются с видами на город. И вон там, кстати, жилые квартальчики, вот видны уже крыши. Высота хай-роллер 168 метров. Дух захватывает, я вам скажу, на все 100%. Тут можно, кстати, не только видами насладиться, но и поужинать, и выпить коктейль. Ребят, у меня в руках не случайно этот увесистый чемодан. Это фишки с реального игрового стола казино «Мираж», где я остановилась. Как обычно, ребят, лайк, коммент, подписка, и я отправлю их нескольким победителям в любую точку мира. Удачи! Лас-Вегас, конечно, умеет производить впечатление. Это тот город, где на утро плохо, потому что вчера было все как-то уж слишком хорошо. Эх, Вегас, карманы полные фишек и выпотрошенные до ноля кредитки. Круглосуточный праздник и чьи-то сломанные игрой судьбы. В этом городе главное не забывать, что казино всегда остается в выигрыше, а татуировку за 10 баксов утром в душе не смоешь. Я отлично провела здесь время, и спасибо, что не обобрал меня до нитки. Не прощаемся. Пока, Вегас!